Я произношу. Ты произносишь. Произнести. Я произнесу. Ты произнесешь. Предупреждать. Предупреждать.预告. Предупреждать. Предупреждаю. Ты предупреждаешь. Предупредить. Я предупрежу. Ты предупредишь. Оказаться. 是. 原来的. 成为. 出现. 处在. Окажусь. Окажешься. Ругаться. 骂人. Ругаюсь. Я ругаюсь. Ты ругаешься. Выругаться. Ход. 过程. Ход. Некуда. Некуда. 没有路可走. Некуда. Ворчать. 唠叨. Ворчать. Ворчу. Ты ворчишь. Они ворчат. Поворчать. Поворчать на кого-то. Используется предлог «на». Поворчать на кого-то. Заниматься. 做. 忙什么事情. Заниматься. Я занимаюсь. Ты занимаешься. Заняться. 未来时. Займусь. Ты займешься. Они займутся. Надоедать. Надоедать. Фан. Надоел. Надоело. Я надоедаю. Ты надоедаешь. Я надоем. 是未来时. Ты надоешь. Они надоедят. Тем временем. 那时候. Тем временем. Сочинять. 写. 做. Сочинять. Сочиняю. Сочиняешь. Сочинить. Сочиню. Ты сочинишь. Зубрить. 死读书. Зубрить. Я зубрю. Ты зубришь. Вызубрить. Вызубрить. Давайте повторим все слова этого урока с самого начала. Никак. Некогда. Отправить. Я отправлю. Ты отправишь. Жаловаться. Я жалуюсь. Ты жалуешься. Пожаловаться. Пожаловаться на кого-то. Вовремя. Злопамятный. Прекрасно. Учебник. Советоваться. Я советуюсь. Ты советуешься. Посоветоваться. Черт побери. Как будто. Грамматика. Получаться. Получается. Получаются. Получиться. Получится. Получатся. Сходить с ума. Или сойти с ума. Произносить. Я произношу. Ты произносишь. Произнести. Я произнесу. Ты произнесешь. Они произнесут. Предупреждать. Я предупреждаю. Ты предупреждаешь. Предупредить. Я предупрежу. Ты предупредишь. Оказаться. Я окажусь. Ты окажешься. Ругаться. Я ругаюсь. Ты ругаешься. Выругаться. Ход. Некуда. Ворчать. Ворчу. Ворчишь. Ворчат. Поворчать. Поворчать на кого-то. Заниматься. Я занимаюсь. Ты занимаешься. Займешься. Займусь. Займутся. Надоедать. Я надоедаю.
Ты надоедаешь. Тем временем. Сочинять. Я сочиняю. Ты сочиняешь. Сочинить. 未来时, сочиню. Ты сочинишь. Зубрить. Я зубрю. Ты зубришь. Вызубрить. Диалог. Что за язык? 对话. 什么语言? Иван Иванович. Катя, вы можете мне помочь? Катя, 你能帮我? 你能帮我吗? Вы можете мне помочь? Катя, сейчас никак не могу. 现在不行. Мне некогда. 我没有时间. Я должна кончить эти письма и отправить их, а то вы будете жаловаться. 我应该写完. 写,然后把它们送过去. 不然你会不满意. 说我的信总是 不按时发出. Вы будете жаловаться, что письма никогда не уходят вовремя. Вовремя, 按时. Уходят вовремя, 按时发出. Иван Иванович, какая вы злопамятная, Катя. Это случилось один раз, и вы не можете забыть. Что касается вашей работы, мне совершенно не на что жаловаться, и вы это прекрасно знаете. Сейчас я стараюсь разобрать следующую главу в английском учебнике, и мне не с кем посоветоваться, кроме вас. Черт побери, как будто никакой грамматики нет, а начинаешь писать, и ничего не получается. Катенька, пожалуйста, помогите мне. А то я с ума сойду от этого языка. Пишут одно, а произносят совсем другое. Что за язык? Давайте разберем эту реплику поподробнее. Какая вы злопамятная, Катя. 您总是爱记仇, Катя. Это случилось один раз, и вы не можете забыть. 这样的事就发生了一次. 你还忘不了. Что касается вашей работы, мне совершенно не на что жаловаться, и вы прекрасно это знаете. 至于您的工作, 我没有什么对您不满意的地方. 您也很清楚这一点. Вы прекрасно это знаете. 您很清楚这一点. Сейчас я стараюсь разобрать следующую главу в английском учебнике, и мне не с кем посоветоваться, кроме вас. 现在我试试学英国课本的下一章, 也没有人给我提建议. Черт побери, 真见鬼了. Как будто никакой грамматики нет. 看起来没有什么语法. А начинаешь писать, и ничего не получается. 但是一开始写字, 什么也写不成. Ничего не получается. 什么也做不成, 什么也写不成. Катенька, пожалуйста, помогите мне. Катя, 请帮帮我. А то я с ума сойду от этого языка. 不然,这个语言让我疯发疯. 这个语言让我发疯. С ума сойду от чего-то. Пишут одно, а произносят совсем другое. 他们写一个样,发音另一个样. Пишут одно, 一个样, произносят другое, 另一个样. Что за язык? 什么语言? Что за язык? Что за 什么?
Катя. Ведь я вас предупреждала, Ваня, что буду с вами заниматься, только если вы окажетесь способным учеником. А вы весь день сидите за английской грамматикой и ругаетесь. Вы даже перестали интересоваться ходом нашей работы. Все время говорите, не о чем беспокоиться, некуда торопиться. Разберем поподробнее. Я вас предупреждала, Ваня, что буду с вами заниматься, только если вы окажетесь способным учеником. 我已经警告过您，我会帮您学英语，条件是您是一个有能力的学生。 А вы весь день сидите за английской грамматикой. 而您一天都在学英语语法。 И ругаетесь. 并骂人. И ругаетесь. Вы даже перестали интересоваться ходом нашей работы. 已经不再感兴趣了. 对我们工作的过程不再感兴趣了. Перестали интересоваться ходом нашей работы. Все время говорите, не о чем беспокоиться, некуда торопиться. 总是说不用担心，不用着急. Иван Иванович, не ворчите. 别唠叨. Не ворчите. Катя, я занимаюсь очень важным делом. 我忙着很重要的事情. Должен хоть немного научиться говорить по-английски до нашего отъезда. 我们走了之前，我需要学点说英语. А то там, в Англии, мне не с кем будет разговаривать, кроме вас. 不然在英国, 除了您之外, 我没有人说话. Мне не с кем будет разговаривать. 没有人说话. Не с кем. Боюсь, что я вам ужасно надоем. 我恐怕您会烦我. Я вам надоем. 您会烦我. Катя, тем временем вы оставляете всю вашу работу на меня. И я должна сочинять письма, и печатать их, и делать вам чай, и убирать ваши вещи. А вы только сидите и зубрите английский язык. Тем временем вы оставляете всю вашу работу на меня. 把您的工作我要做. Я должна и сочинять письма, 我要写信, и печатать их, 打字, делать вам чай, 准备茶, 做茶, и убирать ваши вещи, 收拾您的东西, а вы только сидите и зубрите английский язык, 您只是坐着学英语. Иван Иванович, не сердитесь, Катенька. Пойдемте лучше в кино сегодня вечером и посмотрим хорошую английскую кинокартину, ладно? Не сердитесь, Катенька. Катенька, 不要生气. Пойдемте лучше в кино сегодня вечером. 最好今天晚上去看英国的电影. Посмотрим хорошую английскую кинокартину. 看看英国的好电影, ладно? 好吗? 行吗? Ладно? Давайте повторим этот диалог с самого начала. Что за язык? Катя, вы можете мне помочь? Сейчас никак не могу. Мне некогда. Я должна кончить эти письма и отправить их. А то вы будете жаловаться, что письма никогда не уходят вовремя. Какая вы злопамятная, Катя! Это случилось один раз, и вы не можете забыть. Что касается вашей работы,
Мне совершенно не на что жаловаться, и вы это прекрасно знаете. Сейчас я стараюсь разобрать следующую главу в английском учебнике, и мне не с кем посоветоваться, кроме вас. Черт побери, как будто никакой грамматики нет, а начинаешь писать, и ничего не получается. Катенька, пожалуйста, помогите мне, а то я с ума сойду от этого языка. Пишут одно, а произносят совсем другое. Что за язык? Ведь я вас предупредила, Ваня, что буду с вами заниматься, только если вы окажетесь способным учеником. А вы весь день сидите за английской грамматикой и ругаетесь. Вы даже перестали интересоваться ходом нашей работы. Вы все время говорите, не о чем беспокоиться, некуда торопиться. Не ворчите, Катя. Я занимаюсь очень важным делом. Должен хоть немного научиться говорить по-английски до нашего отъезда, а то там, в Англии, мне не с кем будет разговаривать, кроме вас. Боюсь, что я вам очень надоем. Тем временем вы оставляете всю вашу работу на меня, и я должна сочинять письма и печатать их, и делать вам чай, и убирать ваши вещи, а вы только сидите и зубрите английский язык. Не сердитесь, Катенька, пойдемте лучше в кино сегодня, вечером, и посмотрим хорошую английскую кинокартину, ладно? Юфа, запомните следующее выражение. Нечего говорить. Нечего говорить. Мэйо хуа кэ шуо. Нечего говорить. Не о чем говорить. Или не о ком говорить. Не о чем беспокоиться. Пу шуяо зао дзи. Не о чем беспокоиться. Им негде сесть. Им негде сесть. Мэйо цо вэй кэй цо. Им негде сесть. Нам некогда. Уоме мэйо шидзе. Нам некогда. Некогда. Мне некуда идти. Мне некуда идти. Уоме лу казао. Мне некуда идти. Упражнение. Ленси. И цин хуй да вэнти. И почему Катя не может помочь Ивану Ивановичу? Почему Катя не может помочь Ивану Ивановичу? Почему Катя не может помочь Ивану Ивановичу? Ар, что случилось один раз? Что случилось один раз? Йоитье фашен шамла. 3. Почему Ивану Ивановичу не на что жаловаться? Почему Ивану Ивановичу не на что жаловаться? Вейшима Иван Иванович, мэйо лио пауэ. 4. Что он старается делать? Что он старается делать? Та шиши цо шама. 5. Что получается у Ивана Ивановича, когда он хочет писать по-английски? Что получается у Ивана Ивановича, когда он начинает писать по-английски? Иван Иванович, кай ши сие инвэн? Та сие дэ дэм я? 6. Номер 6. Что будет, если Катя не поможет ему? Что будет, если Катя не поможет ему? Руго Катя пубанта, та хуй дзэмбан. 7.
Чем он перестал интересоваться? Чем он перестал интересоваться? 他对什么不再感兴趣了? 八. Чего он боится? Чего он боится? 他害怕什么? 九. На кого он оставляет всю свою работу? На кого он оставляет всю свою работу? 他所有的工作谁要做? 练习 2. 请翻译. 一. Отправим все эти письма и пойдем обедать. Отправим все эти письма и пойдем обедать. 先把这所有的信发送过去, 再去吃午饭. 二. Поработаем еще немного, и тогда кончим. Поработаем еще немного, и тогда кончим. 再工作一段时间, 再结束. 三. Уйдем отсюда, тут так скучно. Уйдем отсюда, тут так скучно. 咱们走吧, 这里太无聊了. 四. Как хорошо, что нам сегодня нечего делать. Как хорошо, что нам сегодня нечего делать. 真好, 今天我们没有什么事情可做. 五. Автобус был так переполнен, что негде было сесть. Автобус был так переполнен, что негде было сесть. 公共汽车挤满了人. 没有座位. Не было сесть. Негде было сесть. 六. Когда они встретились, им не очень. Когда они встретились, им не о чем было разговаривать. Когда они встретились, им не о чем было разговаривать. 他们见面的时候, 没有话可说. 七. Мне не с кем пойти в кино. Всем некогда. Мне не с кем пойти в кино. Всем некогда. 我没有人能陪我一块去电影院. 都没有时间. 八. Ему не на что жаловаться. У него очень много денег. Ему не на что жаловаться. У него очень много денег. 他没有理由抱怨. 他很有钱. Номер 9. 九. Когда ей не на кого ворчать, она не знает, что делать. Та мэйу рэ кэй лада, та дю бучэдао кэй цо шэма. Ши, номер 10. Займёмся теперь русским языком. Займёмся теперь русским языком. Сэнзай, кайши шуэ эйю. Ши, номер 11. Мне надоело заниматься этим. Мне надоело заниматься этим. 我已经不想做这件事情了. Мне надоело заниматься этим.